Доброго дня, дорогие подписчики! Сегодня 4 апреля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На минувшей неделе три зарубежных трейдера решили прекратить экспорт российской пшеницы. Европа пообещала спасти фермеров от украинского зерна, а нашим животноводам напомнили о необходимости извещать государство об образовании навоза. Все самое интересное сегодня в нашем выпуске. Главной новостью прошлой недели стал уход с российского рынка международных трейдеров, которые занимались экспортом зерна. Нельзя сказать, что решения Каргила, Витеры и Луиса Дрейфуса стали чем-то неожиданным для нас. К этому нас готовили еще в прошлом году, когда на экраны российского телевидения вышел фильм Андрея Кондрашова «Зерно». В этом фильме говорилось, что, собирая рекордный урожай зерна, Россия не контролирует полностью его экспорт. «Там рулят международные зерновые бароны», – писали Вести.ру об этом фильме. «Зерно становится оружием для экономических и политических манипуляций, ведь это уже на Западе решают, кому в мире его продавать». Мы тогда предположили, что государство введет какие-либо ограничения на присутствие иностранного капитала на этом рынке. Но после фильма все затихло. По крайней мере, для широкой общественности. И вот на прошлой неделе одна за другой компании стали уведомлять Минсельхоз, что добровольно прекращают свою деятельность в сфере экспорта зерна после 1 июля 2023 года. Первой ласточкой была компания «Каргил», затем «Витера», потом «Луис Дрейфус Восток». Издание Bloomberg пишет, что на очереди холдинг «АДМ». Причины ухода с российского рынка не разглашаются. Bloomberg со ссылкой на неназванные источники пишет, что Россия все больше усложняет иностранным трейдерам получение документов, необходимых для экспорта зерна. Так ли это на самом деле, мы судить не будем. Тем более, что сами компании в открытую ни на какие лаборатории или ведомства не жаловались. Что дальше станет с экспортом зерна? Этот вопрос сегодня многих волнует. В фильме Андрея Кондрашова губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров говорил, что в настоящее время 70% российского урожая продается иностранными компаниями. Однако сразу после ухода Витеры, Каргила, Союз экспортеров зерна поспешил успокоить, что на транснациональные корпорации, о которых идет речь, приходится менее 15% экспорта зерна. В аналитической компании «Прозерно» после добавления третьей компании указали, что в этом году на долю ушедшей тройки приходилось все-таки чуть больше – 15%. Нет сомнений, что место трейдеров пустым не останется. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, например, сказал, что местная команда «Витеры» в России решила самоорганизоваться и планирует создать собственную компанию. «Витера», кстати, известила, что планирует передать активы в России новым владельцам. Но кому – не сообщила. В связи с уходом зарубежных трейдеров всплывают в памяти два обращения, которые были направлены Владимиру Путину в прошлом году. Сначала глава ВТБ Андрей Костин передал такое обращение, что нужно запретить компаниям из недружественных стран заниматься зерном. ВТБ, кстати, владеет 45% акций холдинга «Диметра Холдинг». Чуть позже гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев заявлял президенту, что готов купить мощности «Витеры» и «Каргила», которые, по его словам, собираются уйти с российского рынка и прекратить деятельность. Однако на тот момент и «Витера», и «Каргил» эти утверждения Коняева опровергли. Основатель аналитической компании «Эгресурс» Дэн Бассе обрисовал для российских аграриев довольно мрачные перспективы. Он уверен, что чем меньше трейдеров останется на нашем рынке, тем меньше будет конкуренция между ними. Соответственно, и закупочные цены на пшеницу могут пойти вниз. Хотя, казалось бы, куда уже ниже. По данным «Русагротранса», за последнюю неделю марта цены на пшеницу 4 класса снизились до 13 300-13 500 рублей за тонну. И это в глубоководных портах. На малой воде цена 12 100 рублей за тонну. Цены на пшеницу 4 класса на элеваторах варьировались в диапазоне от 8,5 тысяч рублей до 10,5 тысяч рублей, в зависимости от региона. Причину низких цен мы все хорошо знаем. И Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств в начале года отправляла в правительство призыв отменить экспортные пошлины на зерно. На днях АКОР получила ответ.
В Минфине сообщили, что деньги от экспортных пошлин направляются на поддержку сельского хозяйства. И за счет пошлин в текущем году эту самую поддержку планировали оказать на сумму 209,6 миллиарда рублей. Так что отмена таможенного сбора приведет к существенному снижению финансирования мероприятий госпрограммы. И тем не менее, нельзя сказать, что в правительстве совсем уж отметают идею как-то ослабить регулирование рынка. После того, как Комитет Госдумы по аграрным вопросам потребовал обнулить экспортные пошлины на подсолнечник, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу, Минфину и, наконец, ФАС проработать этот вопрос. Что ответят ведомства, мы узнаем только после 21 апреля. О том, что у аграриев совсем не осталось денег на развитие, свидетельствует и новая маркетинговая акция, которую на днях запустил Росагролизинг. Компания готова раздавать технику бесплатно. По крайней мере, до 1 сентября 2024 года платить за нее не придется. Аттракцион неслыханной щедрости получил название «Агросезон без платежей». Росагролизинг помимо годовой отсрочки обещает нулевой аванс, 7 лет лизинга и более 20 тысяч номенклатурных позиций техники. Предложение будет действовать до 30 июня текущего года. Так что, если вам совсем не на чем работать, Росагролизинг готов протянуть руку помощи. Во всех остальных случаях хочется процитировать комментарии, которые оставили в телеграм-канале Владимира Плотова. Тут важно понимать, как и чем начнешь платить через год. Никто цен на зерно не обещает в этом договоре лизинга. Пока цивилизованные российские фермеры пишут обращения в правительство, в Польше местные аграрии решили со своими чиновниками не церемониться. На прошлой неделе в министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика во время его выступления на сельскохозяйственном форуме полетели яйца. Так сельхозпроизводители выразили свой гнев из-за низких цен на зерно, которые обвалились в результате давления урожая из Украины. Как мы уже рассказывали в одном из прошлых выпусков, после того, как в 2022 году порты Украины оказались заблокированы, Европа создала коридор солидарности для вывоза украинской сельхозпродукции. Предполагалось, что зерно и масличные через европейские порты отправятся по всему миру, но сельхозпродукция осела в странах Восточной Европы и обвалила закупочные цены на урожай местных фермеров. Как следует из данных издания Bloomberg, экспорт сельхозпродукции из Украины в Европу в этом сезоне вырос, ну, практически в разы. Примерно половину зерна Украина сегодня вывозит через зерновой коридор, а все остальное отправляет через дунайские порты или вывозит железнодорожным, а также автомобильным транспортом в Европу. Еврокомиссия уже выделила 56,3 миллиона евро из общеевропейского сельскохозяйственного фонда на помощь фермерам Польши, Болгарии и Румынии. Но этого, видимо, недостаточно. На прошлой неделе Румыния, Польша, Венгрия, Болгария и Словакия призвали Европейскую комиссию мобилизовать новые финансовые инструменты, чтобы поддержать сельхозпроизводителей. В Еврокомиссии ответили, что второй пакет помощи уже готовится. Тему зерна закончим новостью от нашего партнера – компании «Бионоватик». Юг России на прошлой неделе обильно посыпало снегом, и температуры скачут. Это усложняет задачу агрономов по защите культур, ведь известно, что химические препараты порой не работают при низких температурах, в отличие от биологических препаратов. Вот что рассказал нам эксперт компании «Бионоватик». Чтобы сохранить тот потенциал пшеницы, который перезимовал, сейчас необходимо работать фунгицидами, но мало фунгицидов, которые могут при низких положительных температурах сработать против патогена. Это как раз-таки в этом плюс биологических фунгицидов, как раз-таки наших бактериальных. По вегетации с гербицидной обработкой, обычно мы же совмещаем обработки, мы добавляем аргамикоэ с той целью, чтобы увеличить концентрацию, потому что большинство клиентов работают максимум там третий год. Все равно еще биоты, они так не накопили, как патогены микрофлоры, чтобы повысить концентрацию. И добавляем псевдоктин третий. Псевдоктин третий добавляем только с одной целью, потому что аргамикоэс у нас в споре, и для активизации надо сутки, а псевдоктин работает сразу, моментально. То есть он как хороший контактный, отрабатывает и прижигает все, что есть на самой вегетативной массе и на корневой системе. А уже аргамикоэс защищает весь период вегетации.
В Бионоватик рекомендуют обрабатывать препаратом Органика S также и семена яровых культур, поскольку они размещаются преимущественно в теплой почве, где риск заражения корней патогенами высок. Одно из преимуществ биопрепаратов – по мере роста корневой системы они не теряют концентрацию, как химические средства защиты. Биота, напротив, увеличивает свою популяцию. А теперь важная новость для всех животноводов. Россельхознадзор напоминает, что до 1 мая 2023 года необходимо уведомить службу о том, что в вашем хозяйстве образуется навоз. Официально это звучит как уведомление об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства. Уведомлять следует ваше территориальное управление Россельхознадзора. Форму уведомления можно скачать на сайте ведомства. Ссылку мы даем в описании к этому видео. Бланк нужно заполнить, указав, сколько навоза у вас образуется до конца года и как вы его собираетесь использовать. Документ можно принести в Россельхознадзор лично или прислать почтой с уведомлением о вручении. Со следующего года, кстати, передавать такие уведомления можно будет и через портал госуслуг. Что будет, если вы не сообщите? Если отмолчаться, то высока вероятность, что навоз надзорные ведомства будут рассматривать как отход, и вас заставят вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, не исключен и такой вариант, что вас привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил. Требование об уведомлении о навозе распространяется на юридические лица ИП и КФХ. ЛПХ под действие закона не попадают. Несмотря на то, что закон о побочных продуктах в животноводстве вступил в силу и уже месяц действует, представитель Аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников не теряет все-таки надежду переписать этот закон. По словам депутата, некоторые требования закона избыточны и трудновыполнимы для малых сельхозпроизводителей. Например, запрет вносить органику на расстоянии менее 300 метров от жилья. Или есть требования строить специализированную площадку для хранения отходов. Такая площадка выльется в миллионные затраты, говорит Владимир Плотников. И по мнению депутата, контроль должен быть разумным, а подход к оценке влияния навоза дифференцированным. Признаться, нам с трудом верится, что Владимиру Плотникову удастся добиться хоть каких-то поблажек для небольших животноводов. И вот почему. Как мы уже упоминали, АКОР в конце февраля отослала в правительство резолюцию своего 34-го съезда, где предлагала в том числе выплачивать капексы семейным фермам, в которых содержится более сотни голов. Предполагается по закону, что капексы должны получать только те хозяйства, где содержится не менее 1000 голов скота. И вот что Минсельхоз ответил на эту резолюцию. По данным органов управления АПК, сегодня около 60% поголовья молочных коров содержится на фермах мощностью до 800 скотомест. Анализ рентабельности этих предприятий показал, что они находятся в зоне экономического риска, пишет Минсельхоз. Наиболее эффективным подходом для наращивания производства молока Минсельхоз назвал наращивание скотомест на современных высокотехнологичных животноводческих комплексах, которые, в свою очередь, имеют от 1000 голов и более. Именно поэтому с 2024 года капексы будут получать только те хозяйства, которые перешагнули тысячный рубеж. А малышам останутся только субсидии на технику и оборудование. Впрочем, Минсельхоз отмечает, что если хозяйствам нужны какие-то дополнительные меры поддержки, то их можно принять на региональном уровне. Посыл Минсельхоза понятен. Если вы крупный, то вам государство поможет. А если средний или маленький, то старайтесь развиваться сами и желательно как-нибудь на свои. Мы знаем, что в производстве молока и в производстве мяса более 50% затрат приходится на корма. Именно поэтому мы решили 12 апреля в Ростове-на-Дону провести конференцию, которая так и называется «Корма и деньги». Это интенсив для животноводов, а также для агрономов, которые помогают выращивать кормовые культуры. Мы сделали ставку на выступления практиков. И у нас на круглом столе выступят Валерий Викторович Гордиенко, зампредседатель СПК колхоза «Знамя Ленина» из Щербиновского района Кубани. Он расскажет о том, как получить силос и сенаж оптимального качества для молочной фермы.
Кроме того, Роман Александрович Дудник, управляющий молочной фермой СПК колхоза «Колос» из Матвеево-Курганского района Ростовской области, расскажет о том, какие факторы влияют на конверсию корма в молочном животноводстве. Мы также обратимся к теме мясного животноводства. Например, фермер из Пролетарского района Ростовской области Алексей Вячеславович Жданов расскажет о сочетании пастбищного и стойлового откорма мясного крупного рогатого скота. А Сергей Александрович Колесников, председатель кооператива «Расшивацкий» из Новоалександровского округа Ставропольского края, поделится своим опытом откорма КРС с учетом потребностей конкретного заказчика. Ну и, конечно, вы сможете услышать уже очень популярную лекцию Дианы Сергеевны Тарасян, главного зоотехника агропарка «Развильная», о том, как составить рацион для откорма бычков мясных пород в зависимости от возраста животных. Мы уверены, что вам будет очень интересно. А для всех, кто регулярно смотрит «Топ Агробук», для наших самых преданных зрителей мы приготовили промокод «Топ Агробук». Введя его в поле для покупки билетов, вы сможете приобрести их за половину стоимости. Если у вас возникнут какие-то вопросы, звоните по телефону, который видите на экране, мы вам ответим. Очень важно, что промокод действует только 2 дня. Сегодня 4 апреля и завтра 5 апреля. Так что поспешите, если тема животноводства вас интересует. На этом наш выпуск завершен. Друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами, смотрите нас. И мы призываем каждого фермера, каждого главу хозяйства и просто специалиста не стесняться писать и звонить к нам в редакцию с предложениями каких-то важных тем или проблем, которые вы хотите обсудить. Мы всегда открыты к диалогу и с удовольствием пообщаемся и сделаем ваш опыт доступным для широкой общественности. Ставьте лайки, если вы нас любите. Оставляйте ваши комментарии и увидимся на следующей неделе. Мы даем промокод, он так и звучит, ТОП Агробук. С ним вы сможете получить большую скидку на билет. Промокод, ты не сказала, что он действует только сегодня и завтра? Точно. Ладно, давай тогда все заново. Скажи следом просто про промокод. Значит, сегодня 4, 5, 6, да, апреля? 4 и 5. А 6 нет? Нет. Ввести промокод ТОП Агробук при покупке этого билета. Если у вас возникнут какие-то проблемы, обращайтесь по телефонам, звоните к нам в редакцию, мы всегда подскажем. Промокод действует только 2 дня. Прости. Саша упорно хочет, чтобы он вечно был. Фу, так, на стоп нажимай. Так, сейчас еще раз. Еще раз дубль. Да. Заехал в жемчуги на автомойку. Девчонки моют мою машину. Кузов, салон. Там девушка, бампер помойте пониже тоже. Снизу, снизу бампер. Да, да.